Здравствуйте, это новости спорта, меня зовут Александр Захаров. В челябинском волейболе и дзюдо кадровые изменения, а главный тренер Петри Скудра остается в тракторе, несмотря на поражение от аутсайдера КХЛ. Подробности в нашем обзоре. Трактор уступил рижскому «Динамо» в заключительном матче домашней серии. Хет-триком в игре отметился Томаш Гика, но это не помогло команде. Победа гостей 4-3. Нам приятно было получить свой первый хит-трик в КХЛ, но опять же мы проиграли, и я очень расстроен. Разумеется, это было очень приятно, что болельщики скандировали мое имя, но опять же единственное, что имеет значение, это то, что мы проиграли. После домашнего проигрыша от аутсайдера лиги вновь появились слухи о грядущей отставке главного тренера «Трактора». По мнению экспертов, к нему накопилось много вопросов. Видно, что сейчас у меня пока не очень получается именно с «Трактором». Не работают его методы. Мало забивает трактор, одно звено, да, только играет. Не очень хорошее большинство, мало шайб. При этом специалисты отмечают, есть претензии по игре к игрокам команды. Они передерживают шайбу и медленно проходят в среднюю зону. Шайба не должна держаться у игрока. Она должна двигаться. Почему двигаться? Потому что вот эти перемещения шайбы, она путает действия защитников, обороны соперника. Поэтому если быстро шайба передвигается, да еще мы двигаемся, они просто не успеют. Однако в руководстве клуба отставку Петриса Скудры не подтвердили. Генеральный директор Борис Ветгов отметил, сейчас рано делать выводы. Команда в этом году обновилась на 80%. Она находится в стадии становления. К тому же черно-белые на данном этапе провели больше всех игр среди команд КХЛ. За полтора месяца 20 матчей. Именно это нам сейчас мешает, эта усталость. Она накопилась. И у нас нет вот этого перерыва, чтобы мы, команда восстановилась как следует и начала свой новый, как бы, там марш-бросок успешный. Исправить ситуацию в клубе планируют в конце октября, когда паузы между играми станут продолжительнее. Ближайший перерыв будет у черно-белых в начале ноября, во время паузы на Евротур. А сейчас у «Трактора» начинается выездная серия. Следующий матч челябинцы проведут в Подольске против «Витязя». Игра состоится 17 октября. Новые кадровые решения в южноуральском спорте. Сегодня первый рабочий день в должности директора Центра олимпийской подготовки под дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера провел Олег Мухамедзянов, который более 5 лет проработал первым заместителем министра спорта региона. Он сменил на посту руководителя Валерия Ширшикова, возглавлявшего первый в России Центр олимпийской подготовки под дзюдо с конца декабря 2014 года. Также добавлю, что сегодня, 15 октября, Олегу Мухамедзянову исполнилось 50 лет. Произошли изменения в женском волейбольном клубе «Динамо Митар». Президентом клуба назначен Виталий Носов, известный в прошлом российский баскетболист, призер чемпионатов мира и Европы. По словам нового руководителя челябинского женского волейбола, есть проблемы, но они решаемы, а задача — попасть в топ-5 лучших клубов страны и Еврокубки. Отмечу, что должность президента в клубе «Динамо Митар» несколько лет назад была упразднена. В Челябинске растет популярность рукопашного боя. Более 500 спортсменов встретились на чемпионате Челябинской области, открытом первенстве города. Боевые навыки проверили не только южноуральские рукопашники, но и гости из 6 регионов. Валерий Киченко продолжит тему. Зацепляй! Давай, 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 давай! Защитные шлемы, перчатки – обязательные условия для поединка. Роман Эргашев 6-летнего возраста знает о правилах соревнований по рукопашному бою не понаслышке. Забросил фигурное катание и ушел в контактный вид спорта. После 3 лет тренировок завоевывает призовые места уже на областном уровне. Мне нравится заниматься спортом, рукопашным боем, смешанным единоборством, потому что это увлекает интерес. Мне интересно стало ездить по разным городам. В манеже стадиона имени Елены Елисиной состоялись 2 состязания – чемпионат Челябинской области и открытое первенство города среди спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет. В них приняли участие более 500 бойцов из 7 регионов. Основная задача этих соревнований – это после длительных летних каникул проверить свои силы перед основными стартами всероссийскими и международными. По мнению президента областной федерации рукопашного боя Валерия Алешкина, юный возраст спортсменов неудивителен. Контактные виды спорта становятся все более популярны у молодежи. Рукопашный бой интересен детям прежде всего в том разнообразии, который позволяет спортсмену раскрыться вот со всех этих сторон. Организаторы уверены, что эти состязания послужат хорошей подготовкой к будущим поединкам и победам. В следующем году в Челябинске пройдет российское первенство. Это все новости на сегодня. Далее происшествие. Елизавета Болдырева расскажет, жива ли пропавшая девушка из Екатеринбурга, которая поехала продавать свой автомобиль и не вернулась. Не переключайтесь.